Теперь арбуз – роскошь. В России может возникнуть дефицит бахчевых. Все это из-за весенних заморозков и нашествия насекомых. Более того, из-за аномальной жары символ лета сгорает на полях и не дорастает до нужного размера, говорят эксперты. Ждет ли кировчан нехватка арбузов и готовится ли к росту цен, расскажет Екатерина Кудрина. Бахчеводам с начала весны пришлось несладко. Сперва по арбузным регионам Ростовской области, северу Ставрополья и Краснодарского края ударили заморозки. Потом нашествие трипса – мелкого насекомого паразита, которое высасывает из культур соки. Но переживать не стоит, говорят эксперты. В любом случае без сладкой ягоды россияне не останутся. Здесь у нас два фактора по фруктам. Это какой импорт и сколько мы производим сами. Да? Сами мы производим не так много различных фруктов. Даже если арбузов будет меньше, то их вполне легко можно будет. Их везут, скорее всего, за границу, и такой не будет проблемы. А их никогда и не было, говорит хозяйка овощного магазина Ульяна Невзорова. Свою точку она открыла 5 лет назад, и с тех пор проблем с поставками фруктов и овощей не наблюдалось, в том числе с бахчевыми культурами. Проблем с поставками арбузов нет. Арбузы всегда в наличии, очень вкусные, сладкие. Ждем поставку российских арбузов. Буквально со дня на день должны начаться, но еще не начались. Также девушка отметила, фуры с арбузами приходят ежедневно. Магазин закупает от 200 до 500 тонн ягоды. Прилавки пустыми точно не останутся. Только в этом сезоне бахчевые будут, скорее всего, меньше по размеру, говорят эксперты. На вкусе это никак не отразится, разве что на цене. Цены в этом году изменились, но не сильно. В прошлом году, к примеру, было 25 рублей за килограмм. В этом уже на 5 рублей подороже. Цена у нас стоит уже больше недели 39 рублей за 1 килограмм. Пока он не падает и не поднимается. Так-то уже поднялась цена на арбузы, но мы стараемся держать. Также Джамал добавил, спрос на бахчевые растет и цена, соответственно, тоже, что вполне нормально. Без главного символа лета кировчане точно не останутся. Кстати, сезон арбузов только начинается. В разгаре он продлится с августа по середину сентября. Екатерина Кудрина, Алексей Зырянов, Алексей Стахеев. Бюро новостей «Давича».